Всем привет! Сегодня мы с вами нарисуем новогоднюю открытку. И для этого я взяла альбомный лист, сложила пополам, хорошо прогнула. В серединке нарисую круг. Примерно оставляю место сверху, снизу побольше. Примерно в центре рисую круг. Беру ножницы и вырезаю этот круг. Вот такой аккуратный круг. Карандашик возьму. И очень легко намечу его на обратной стороне. Чтобы обозначить, где этот круг будет, что нам будет видно, когда открыточка будет закрыта. И я рисую дракошу. Нарисую так, чтобы лобик дракоши касался верхней линии. Рисую мордочку. Полукруг, щечки, подбородок, с другой стороны щечка, сюда пошло ушко, с другой стороны ушко. Небольшие рожки. Теперь тело. Лапки. Крылья. Хвостик нарисую. Мордочку. Глазки. Шипы. Бровки нарисуем. Пятнышки. Вот здесь, как линия идет, теперь ниже напишем. Сначала линии проведем, а потом напишем пожелание. Например, любви, удачи, счастья. Здоровье. Можно все что угодно пожелать, что-то другое, например. Потом напишем. Поздравляем или поздравляю с Новым годом. Потом желаю, двоеточие. И тут будет. Желаю вам, можно так написать. Можно желаю тебе. Так, вот у нас любви, удачи, счастья, здоровья. Подтираем, убираем ластиком вот этот круг. Закрываем. Немножко повыше надо лоб.
Ну, а тут мы нарисуем. Так вот вспомним, как ушки у нас, где они заканчивались. Здесь же сделаем, как ушко заканчивалось. Дорисовали. А здесь нарисуем новогоднюю шапочку. Пусть там какие-нибудь новогодние огоньки вокруг шапочки будут. Здесь дракончик. Здесь тоже можно такой вот венчок тогда сделать. Уже дракончика прорисовывать не будем. Нарисуем тоже огоньки. Напишем здесь с Новым годом. Уже другим шрифтом. Намечу немножко себе линиями. Рисуйте сначала карандашом, чтобы, если что-то не получилось, всегда можно было поправить. Можно на ушко повешать какую-нибудь игрушку новогоднюю. Я уже сейчас придумываю разные варианты. Одну и вторую. Ну тут пусть звездочка какая-нибудь будет. Так. Убираю лишнее. И начинаю раскрашивать. Thank you.
Вот такая веселая открытка получилась. Дракончик поздравляет с Новым годом. И здесь пожелание. Вы можете придумать другого дракончика, фиолетового, красного. Тоже будет интересно. Желаю вам творческих успехов. До свидания.